Че пыришься? Ваше мнение по поводу города Москва? Такой себе. А Питер как? Ваше мнение? Здравствуйте. Здравствуйте. Отличное мнение, Ярослав. Как вам город Москва, Ярослав? Большой город. Большие перспективы, да? Перспектив нет. Нет перспектив? Угу. Вот то ли дело в моем городе, в Златоусте. Так. Вот там-то можно разгуляться, так сказать. Угу. А вы поехали в Златоуст, Ренат? Там же вроде разгуляться можно. Я не сомневаюсь. Просто гулять не любишь, наверное, да? Я же дотер. Угу. А ты тоже дотер, да, вроде? Можно и так сказать. Хорошо. Слушайте, вот мы едем на Игромир. Скажите, просто что за челик вообще сидит вот здесь? Нет, нет. Что он сел к нам? Пушки. А, это Горобец третий. Да. Кто? Подсел. Третий Горобец. Это что такое? Да. Я немножко туповат с утра. Семью Горобцовых не знать. Я что, не знаю. Просто Горобцов. Горобцы. Горобец. Блин, вот стыд-то мне. Простите. За бандюга. Ассасин. Кто? Ты. Почему? Ты бандюга или ассасин? Просто так нравится. А почему ты едешь без капюшона? Потому что я нормальный человек. Угу. А вы откуда молодой человек? Я из Москвы. А чем вы занимаетесь в империи? Комьюнити менеджер. Комьюнити менеджер. Того самого комьюнити. Да, того самого. Хорошо. И вы ему. 90% комьюнити. То есть правильно ли я понимаю, что вы менеджер, значит вы управляете этим комьюнити? Да. Угу. Как считаешь, он справляется со своей работой? Безусловно. А ты, Ярослав, считаешь, он справляется? Я считаю. Ты Ярослав? Я Ярослав. Ярослав Горобец. С добрым утром, комьюнити-менеджер. Вашего игрока зовут Ярослав уже как полгода. Главное общаться с комьюнити на их языке. На каком? Это я умею. На каком языке? Внутриигровом. Внутриигровом языке. Можете про пару примеров привести? К сожалению, нет. Хорошо. Миракл. Новый имидж. Ваше мнение по поводу нового имиджа Миракла? Старикан. Давайте сделаем такой следующий квест. Если ВКонтакте наберет 100 тысяч подписчиков, Осталось там 7, по-моему, тысяч, Пашка покрасится в белый цвет. Ну, конечно же, Плюс-плюс. Конечно, я. Ты согласен? Да. Что, мне Пашке пошел бы, наверное, блондиночек? Да. Нет, давай. Игорь, или в рыжий. Ты в рыжий давай, как будь, я. Будешь? Пашка будет блондином. Или рыжим. Я считаю, что в чате должны сейчас, ну не в чате, а как там, в комментариях написать за и против. Мы откроем голосование. Да. Или можно блондин, я какой цвет выберу, блин? Какой выбирать? Какой выбирать цвет? Прям сейчас. Ой, надо, не, красный. Не, прям сейчас. А если мы дадим комьюнити, выбрать цвет? Они мне выберут. Фиолетовый, как у бабушки. Блин, аквамариновый какой-нибудь. У меня имидж, новый сезон, новая жизнь, новая команда. Да нет. Ваши действия. Давай фиолетовый. Носки поменяю. Ты ушел спать в 8 утра, даже в 8.20. Я последнюю игру искал, 40 и забил. Он ее еще и искал. Так я хотел выиграть. У вас есть уникальная возможность передать привет Шторм Спириту без БКБ. Что вы можете ему сказать? Это будет шесть. Я бы много что сказал, да, не думаю, это не стоит. А совет молодым игрокам можете дать по поводу БКБ на Шторм Спирите? Ну, как сказать, если у врагов есть АОЕ Стан, АОЕ Сайлос, в виде одного героя причем. Это какой такой? Это Earth Spirit. Ну, вырастешь, поймешь. Так зачем надо БКБ? Берешь линку, орчит, за орчит убиваешь земель. Нет, короче, я сегодня постоянно говорил, потому что он просто в него влететь и убить кого хочет, потому что у него нет БКБ, он поймает Сайлос с любой стан и умирает просто. Ты кем играл? А я пошел. Так, клуб за сейвом. Два кабана бегают, какие-то птички летают, и дикра. И я такой думаю, блин, да как же. Это просто невозможно. То есть ты можешь и себе совет дать, не пикать пуджа против суммонеров и иллюзионистов. Я, пожалуй, сделаю совет и играть в курс. Что скажете по поводу новой команды? Новая команда выглядит довольно многообещающе, я бы сказал. Ты сказал бы, да? А новый мидер? Ой, вот новый мидер, кажется, неплох. Угу. Ренат вчера говорил, что тащер должен быть тащером. Как вы считаете, это правда? Я считаю это абсолютно правдой. Это не мною было сказано. Но вами будет повторено. Да. Замечательно. Ярик, как называется наш стенд? Не ФП.
байеровский стенд? Да. Я это я уже ответил. Он не знает. Omen by HP. А, да, это думал, просто новый. Это просто Omen by HP. Да я в курсе. Ну ты что, не узнаешь? Да я не увижу. Вот, смотри. А, я понял. Она я реально похожа. Она похожа, но я не смотрел. Похоже, похоже. Похоронный патимейкер. Ярик, за 500 патимейкера на щеку. На щеку? Да. На руку. Давай. Красава! Virtus Pro! Virtus Pro! Дружба народов! Сами крайние ноутбуки HP работают с настройкой... Полет нормальный? Нормальный. Ой! Я пойду к нормальным игрокам, ребят, сори. Ну что? Что? Что расскажешь? Я тут вообще... Что это за монстр такой? Только не говори, что ты тоже проигрываешь. А почему не умирает? Жесточайшая рубилова на самых мощных ноутбуках компании HP. Эта девчонка побеждает, если что. Боже, ты косой. Случайных частичков выпало. Да вы что вообще? Я просто... Какое место? Я поддавался. Какое место? Это не важно. Какое место? Главное получить удовольствие от игры. Ты проиграл девчонке. Вон она красавица стоит. А ты там не стоишь. Я поддавался. Я поддавался!